Шалом, дорогие друзья! Шалом, дорогие члены общины! Я приветствую вас от либеральной еврейской общины города Гамбурга. Я приветствую вас из дома, и я знаю, что сейчас вы тоже сидите все по домам. Сейчас не очень простое время. Мы разделены, мы не можем друг друга видеть, мы можем только друг друга слышать и смотреть видеоконференции. Я хочу вам рассказать, что мы сделали за эти последние 3 недели. Я хочу вам сказать, что я была просто потрясена мужеством наших работников, которые со всеми усилиями сделали все возможное, чтобы наши члены общины получили подарки к Песоху, чтобы наши члены общины получали звонки и могли передать свои просьбы. И есть служба, которая даже развозила вещи, которые нужны сейчас нашим людям, покупки. И просто слово, я думаю, тоже очень важно. Я благодарю нашу службу Hotline, которая организовалась очень быстро. Юлия Соловьева, Алёша Волынчик, Андрей Сковальский. Я благодарю нашу группу BFD, Bundesfreie Willigendienst, которая unermüdlich, которая постоянно занималась помощью и все время рвалась в бой. Конечно, в первую очередь Ирина Гуницкая, которая все это осуществила. Я знаю, что вы, мои дорогие, ездили и в бюро, ездили и на Флору Нойманштрассе, чтобы запаковать все эти покупки. Это было не так просто. Это была очень большая работа, в которой участвовали очень много людей. Я благодарю вас, мои друзья. Я думаю, что мы совершили очень большую вещь. Я хочу произнести еще имена тех людей, которые сейчас с нами работают и делают все возможное, чтобы мы друг друга видели и слышали. Это Лариса Гивер, которая писала и напоминала вам о любой встрече. Это Раиса Фридман, которая занималась письмами и тоже создавала очень много закупок, которые вы потом получили в качестве подарков. Это Ирина Гуницкая, и это группа наших волонтеров: Ефим Клёцкин, Людмила Лемпер, Аста Пильвин и Виктор Липовецкий. Я благодарю вас от всей души и от имени либеральной общины. Еще я хочу поблагодарить нашего раввина Навона, который с самого первого дня карантина смог сделать для вас Life Übertragung со служб, и я знаю, что уже идут интересные очень уроки религиозные. Я благодарю семью раввина Навона, которая его поддержала и сделала это возможным. Я благодарю правление, которое тоже в эти дни очень много сделали и были всегда в помощи, чтобы осуществить все наши проблемы. Я хочу обратиться к вам с пожеланием сделать для вас приятное. Я знаю, что завтра у нас будет Песах, и я знаю, что завтра на Песах мы не придем, мы не будем вместе. Я знаю, что завтра мы не услышим песни на Песах, к которым мы привыкли, которые мы поем все эти 15 лет. Я хочу своими видео вам дать немножечко приоткрыть красоту этой службы Песах Седер, и чтобы вы могли вместе, может быть, и спеть эти песни, и просто на них посмотреть и вспомнить. Эти видео будут вместе сделаны как отдельные кусочки, которые вы все время можете посмотреть. Я желаю вам всего самого лучшего. Я желаю вам добра. Я желаю вам, чтобы вы были здоровы. И я надеюсь, что мы с вами встретимся очень скоро. Хак Песах Самеях, с праздником вас, с праздником этой Пасхи, Песах, который освободил наших евреев. Он всегда нас освобождал и будет освобождать дальше. До новых встреч!